Друзья, приветствую вас на канале Цветочница Оля. Сегодня у меня идет посадка роз. И я покажу вам, как я это делаю, что добавляю в посадочную яму, насколько я заглубляю прививку. Ну и вы пишите в комментариях свои методы. Может быть, у вас есть что-то интересное и полезное при посадке роз. Вот здесь я приготовила все, что мне нужно для посадки. Вот в этом ведерке зола, обычная древесная зола. Я беру ее в кафе, там, где жарят много шашлыков, и ее легче насобирать в больших количествах. Дальше идет удобрение для роз. Ну, вы можете брать любое, какое вам нравится. Это не принципиально важно. Вот здесь биогумус, сам саженец, секатор, вода. И конский перепревший навоз. Он с опилками. Это будет уже в конце использоваться для мульчирования посадочной ямки. Посадочная яма у нас уже готова. Теперь мы берем наш саженец и будем его примерять. Но перед тем, как примерять, я вам хочу показать шикарную корневую систему. И сказать один нюанс. Опять же, когда я получаю свои саженцы по почте или покупаю на рынке, это не важно. Я замачиваю их в воде как минимум на сутки. Можно даже больше, никакого вреда от этого не будет. Вот посмотрите, данный саженец у меня простоял в воде, наверное, дней 5. И какие у него выросли шикарные всасывающие корешки. Главное, чтобы не попадала в воду вот эта часть. То есть мы замачиваем именно корневую систему. Так, опускаем его в ямку и смотрим. Яма получилась глубокая и неспроста, потому что свои розы я заглубляю, прививку, не розы, а прививку заглубляю на 5-7 сантиметров. Так, теперь еще один момент. Это подрезание корней. То есть когда я... Опять же, собираюсь посадить розу, уже перед тем, как опускать ее в посадочную ямку, я подрезаю ей кончики. Ну вот в данном случае сильно подрезать нечего, потому что у нас уже всасывающие корешочки. Но когда роза, допустим, простояла в воде сутки, таких корней еще не будет, и мы смело режем вот так каждый корешок и освежаем ему срез. От этого быстрее пойдет питание к розе, и она скорее укоренится. Теперь возвращаем пока нашу розочку в воду и начнем работать с посадочной ямкой. Так, теперь я беру золу, вот так, у меня такая лопатка, вот я на нее ориентируюсь. Пару таких лопаток я сыплю в посадочную яму. Дальше мы берем биогумус. Биогумуса хватает одной, но с горкой. Все это я вместе перемешиваю вот таким образом. Зола и биогумус. Заполнили золой биогумусом. Такая вкусняшка для розы получилась. Хоть самому ешь. Теперь я наливаю воду. У меня посадка обязательно с заполнением ямы водой. То есть у меня мокрая посадка. Кто-то считает, что это не надо делать, никакой роли не играет. Но я привыкла так, всегда обязательно воду наливаю перед тем, как опустить туда свою розочку. Так, берем нашу розочку. Золу я отставляю, она нам уже не нужна. Так, и теперь мы начинаем погружать, расправляем так корешочки и начинаем ее засыпать. Вот, засыпаем, притрамбовываем, чтобы не было там никакого воздушного пространства. Подсыпаем еще, потому что здесь корни видны. Вот, когда я уже прикрыла корни, так притрамбовала, берем удобрение для роз и насыпаем вот вокруг всего кустика. Хорошо просыпаю. Главное, чтобы удобрение не попадало на голые корни. И все, можно дальше засыпать. Засыпаем хорошо. Вот, до тех пор, чтобы корневая
наша шейка, то есть прививка, была заглублена хорошо у нас, как я уже говорила, на 5-7 сантиметров. Вот еще разочек притрамбуем. Вот видно, что тут все уже закопано. И плюс я сейчас еще буду мульчировать перегноем. Хотя у меня грунт, я не знаю, видно это на камере, он тоже уже перемешан с перегноем. Вот теперь берем вот этот перегной. Сейчас хорошо засыпем все вокруг. Вот так, прям таким слоем толстеньким, потому что лето у нас жаркое, очень жаркое. И нам не нужно, чтобы перегревались корни. Нам нужно, чтобы держалась влага подольше. И последний этап я уже поливаю теперь. Заключительно, так сказать, вокруг розочки тщательно. Вот удобрения будут потихоньку растворяться после каждого полива или дождя. И будут действовать потихоньку, помогать расти нашей розочке.